Здравствуйте, с вами Android. Андроидыч сегодня хотел рассказать о новой игре, которая называется Ride M Rugby. Она представляет из себя раннер. Как вы видите, очень круто нарисована в таком мультяшном стиле. У нас есть два режима, Challenge и Endless. Выбираем Challenge, а тут список уровней, который мы сможем с вами проходить. То есть раннер — это с продолжением. Как мы с вами управляем? Мы можем прыгать. Этот чувак какой-то бежит, так сказать, по земле. Типа мы наездника, собираем различные, я не знаю, что такое мы собираем, и прыгаем, уворачиваемся от этих вот, от этого мусора, который нам попадается по пути. Достаточно прикольно сделано. Так, что тут у нас такое? Теперь мы можем также, допустим, попадаются уровни, в которых нам придется, так сказать, проползать, наклоняясь через трубу. Вот вначале было, я, к сожалению, у меня не получается достаточно хорошо обижать. Он у нашего персонажа есть жизни, вот, которые постепенно уменьшаются. Такая бешеная, я вам сказал, игра. Вот так мы можем наклоняться и бежать. Очень веселая игра. Думаю, многим данная игра понравится, потому что реально круто сделано. Бегаем. Так, вот мы наконец, отлично. Вот так мы с вами проходим. Давайте посмотрим, какой еще режим в данной игре есть. Нажимаем старт. Вот Endless. Так, понимаю, вот сделано по типу раннера, то есть бесконечно, уровень идет бесконечно, пока мы с вами не запоримся. Вот, и так вот продолжаем бежать, прыгать и многое другое делать. Интересная игра, если вам данная игра понравилась, советую данную игру сыграть. С вами был Android Андроидыч, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч!